Ставим выбрасыватели друг напротив друга. Ставим блоки таким вот образом. Теперь ставим два факела на вот эти блоки. Также поставим два редстоуна возле этих факелов. Ставим поршни, как я только что показал. Теперь нам нужно поставить компараторы вот таким вот образом. Заряжаем наш выбрасыватель. Ставим наблюдатель так, чтобы красный индикатор смотрел на вот этот выбрасыватель. Теперь ставим наблюдатель так, как я показал на видео. И теперь остался последний штрих. Нужно поставить два блока вот таким вот образом. Все, теперь наш таймер работает. Также хочу сказать, что 4 блока – это 1 секунда. Спасибо за просмотр. Это мой первый туториал по Майнкрафту. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк. Ну, а с вами был DCMin. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.